Добрый-добрый-добрый день всем еще раз, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию второго матча, который у нас сегодня в выпуске RTRTI должен быть. Ну что, сегодняшний день посвящен Империи. Для всех, кто не был у нас на первом матче, кто только подключился, сегодняшний день весь будет полностью посвящен команде Empire. У нас сейчас Empire играет против коллектива Ньюби. Будем разбирать этот матч и смотреть, как Empire смотрелись против лучшего коллектива прошлого International. Только что проверили на прочность команду Empire игроки коллектива Fnatic, и в итоге оказалось, что Fnatic не так прочны были на том турнире. Ну, как бы кто там прочнее, чем Ньюби был? Тоже, собственно, вопрос. Да и не актуальный вопрос, понятное дело. Ньюби стали чемпионами, Ньюби обыграли всех, причем обыграли в стадии плей-офф прям-таки в легкую. Ну и теперь посмотрим, как Empire на групповой стадии смотрелись против будущего чемпиона International и на данный момент действующего чемпиона. А команда Ньюби забрала себе уже Брюмастера и забрала себе Инчу. Со стороны команды Empire Doom отлетает в пик и Бэтрайдер. Вот, собственно, и Бэтрайдер, о котором я говорил. Бэтрайдера там кто только не брал. Там действительно ленивый только не забирал себе Бэтрайдера. Стата у него достаточно плотная. Что касается Дума, Дум тоже у нас в пик и в бан на этом турнире попадал в 91% случаев. Думу отдавали внимание вообще все практические коллективы, ну то есть редкие совершенно игроки. Капитаны не обращали внимания на данного героя. Ну, в этом матче команда Empire забирает Дума себе. Также Empire отправляет у нас в баню Nature's Prophet, Race King отлетает в баню, Tide Hunter и Shadow Shaman. Ну и Xiaowade забрал себе Инчу, забрал Брюмастера и, соответственно, забанил у нас Войда, забанил у нас Ликана, который, еще раз повторюсь, 97,7% пиков и банов этого героя. Самый популярный на 14-м International. Также в баню отлетает у нас Enigma и Skyros Mag. Ну и Рубик для команды Ньюби. Рубик тоже достаточно популярный герой. Он, конечно, в топы не попал. То есть пятерку первую Рубик не входит по популярным героям в вопросах пиков. Но он где-то 6-7 место. В общем-то, часто на него обращали внимание любые коллективы абсолютно. С любого континента. Китай, Европа, Америка. Без разницы абсолютно. Рубик частый гость был в доте. Ну и теперь Ньюби забирают его себе. Ну и вот Team Empire, третий пик. По вопросам расстановки лайнов, я думаю, тут, в принципе, понятно, куда у нас Бэтрайдер отправится. Скорее всего, это герой для мага, и отправится Бэтрайдер у нас на сложную линию. Дум. Ну, Дум, скорее всего, на Сайлента для легкой линии. Может, в принципе, будет и лесной Дум. С другой стороны, Дум настолько жесткий сам по себе, что в вопросе... Понятно, что фармит он очень серьезно, как герой, поэтому и артефакты вывозит плотные, и в итоге становится у нас машиной для убийств. Поэтому отдавать его какому-то леснику, какому-то саппорту, это, в общем-то, такая олдскульная тема. Сейчас, в данном случае, мне кажется, Дума стоит все-таки использовать конкретно на линии, конкретно для керри. Либо, опять же, керри Сайлента отправить в лес, и пусть там керрирует. Его личное дело. Ну и команда Ньюби, четвертый пик за ними. Team Empire забирают себе третьим героем Vengeful Spirit. Давайте немножечко по прошлому матчу, по Фнатикам разберемся. Что там, собственно, как Empire выглядели? Против Фнатиков играли достаточно уверенно и смотрелись, ну так, на хорошие призовые на самом деле смотрелись. Фнатики ничего толком сделать не смогли, на ХГ так и не зашли. На ХГ команда Empire потеряли все три стороны. Спокойно Empire как-то без истерик, без раннего пуша, например, тех же Т4. Вплоть до того дошли, что в итоге развалили все стороны. А после этого пошли разваливать своих оппонентов европейских под фонтан. Такой нормальный, по-хорошему, пижонский жест, спортивный. Додавили не только линии, но еще и морально уничтожили команду Fnatic. Ну и, кстати, друзья, не забывайте, все, кто у нас на фуллскрин смотрит данный выпуск, не забывайте переключаться на чат. В чате
периодически появляется статистика от нашей студии. Огромное спасибо нашему статсману. И можете наблюдать, в общем-то, там информацию, которую озвучивать сложно, но для прочтения и для осмысления вам в чат она тоже добавляется. Пак четвертым пиком для команды Empire. По пику сейчас Empire, в общем-то, укомплектовались, по-моему, на ура. Во-первых, есть инициаторы, достаточно плотные инициаторы, тот же Пак и тот же Бэтрайдер. Бэтрайдер плотный сам по себе, и Пак, в общем-то, практически неуязвим, если правильно его реализовывать. Ну, я не думаю, что на этой стадии, на Интернешнале, кто-то не умеет реализовывать Пака в составе любой команды. Ясен пень, что такого быть не может, это у нас как бы рубка за самые огромные деньги, самые большие на тот момент. Так что, естественно, команда по скиллу укомплектована вот на 5 с плюсом здесь, что одна, что вторая. Ну и еще раз повторюсь, интерес этого матча упал на... Интерес матча упирается в то, как Empire выглядит против победителя 4-го International, команды Ньюби. Ньюби отправляют у нас в бан Леона последним, и Бристл Бэк от Team Empire отправляется у нас в баню. Нага для Ньюби. Вот так дождались. Нага к тому моменту задолбала абсолютно всех. И Empire тоже брали Нагу и проигрывали этой Нагой. И, по-моему, мы сегодня увидим, как Empire будут брать Нагу на Midlane Resolution и проиграют этой Нагой, которая, в общем-то, считалась на тот момент имбовой. И была инфа, что нельзя вообще против Наги никаких действий предпринимать, что она абсолютно сумасшедшая вообще сама по себе. И если ты ее не забанил и ее пикнули, то, скорее всего, тебя развалят. Ну и здесь Нагу забирают Ньюби. Узнаем, так это или не так через некоторое время. И можно ли бороться команде Empire против Наги еще и в руках такого грозного коллектива, как коллектив Ньюби. Ксяоид забирает себе Брюмастера. Энчантрес для Бананы. Вайпер для Му. Рубик, я так понимаю, для Саншенга, скорее всего. И Хао должен играть на Наги Сайрен. А Дум для Сайлента. Маг берет себе Бэтрайдера. Ванскор будет играть на Vengeful Spirit. Always on offline на Лешраке. И Резолюшн для Пака на Мидлей. Тут по линиям, в общем-то, и выдумывать было нечего. Лешрак тогда еще не был керри. Что, кстати, можно проецировать на сегодняшнюю ситуацию в современной доте. Сейчас Лешрак у нас больше используется как керри-герой. Будь то мидлейн, будь то легкая линия, Лешрак у нас зарабатывает деньги, потом убивает всю команду, убивает товара, убивает все вообще, что видит. Тогда Лешрак еще так не озверел. Тогда Лешрака использовали по его саппорт назначению. Ну и что, команды разобрали своих героев. Мы, в принципе, уже озвучили, да, кто где и на ком будет играть. Ну, давайте еще раз. Маг — это Бэтрайдер, сложная линия, Always on a Fly вместе с Ванскором будут у нас саппортить Сайлента на легкой линии. Сайлент будет стоять у нас на Думе. Вот, и Ванскор на Vengeful Spirit, Always on a Fly на Лешраке вместе с ним. И Empire забирает себе Пака на мидлейн Резолюшн. Со стороны команд... Так, это мы можем перематывать, чумы. Это мы можем перематывать, это в этом как бы плюс. Спустя год-то трансляция, чтобы не перемотать-то. Все. Начинаем наблюдать за матчем. Ну и со стороны команды Ньюби. Enchantress у нас для Бананы. Му на Вайпере будет играть. Хау играет на Наги Сайрен. Саншен будет играть на Рубике. И Ксяоид на Брюмастере. Если для Хау взята Нага Сайрен, то есть вариант, что Нага у нас отправится фармить легкую линию. Хао обычно у нас лейн керри, он не стоит на мидлейне, как, в общем-то, привычно было для Наги. Нагу отправляли на мидлейн, и на миде Нага старалась максимально быстро вывести свой радианс. Это все можно делать и на легкой линии, и, собственно, тем самым еще и не забирать одну из наиболее прибыльных линий.
Я говорю сейчас о миде. По экспириенсу можно дать действительно тому, кому экспириенс важен. Наги не так важен экспириенс, как важны деньги. Как только Нага зарабатывает деньги на Радианс, там экспа уже сама собой будет течь. Нага, естественно, свое вывезет. Поэтому почему бы и действительно не отправить в легкую линию Нагу, дать ей более-менее свободы и хотя бы не докучать теми же саппортами, не забирать экспириенс у своего керри. Пусть себе спокойно стоит в легкой, без какой-то опасности, что выйдут, ганкнут варды от команды Ньюби. Я думаю, стоять на лайне будут, и саппорты, если что, будут поблизости. А на мидлейне пусть получает у нас максимальный экспириенс Вайпер. Тот, кто действительно зависит от того же Вайпер Страйка, от прокачанного Corrosive Skin или Незертоксин. Все это, естественно, важно. Ну и резолюшн на мидлейне против Му. Теперь, короче говоря, резолюшену не очень легкая миссия досталась, но я думаю, что Пак, наверное, один из наиболее приятных героев, которые могли бы стоять против Вайпера. Все, естественно, благодаря фейс-шифту. Ксяоэйт на сложную линию отправляется на Брюмастере, уже напрягает его ванскор, и Always Wanna Fly пока что на лишраке фармит линию. Ну вот так вот распорядилась своими героями команда Empire. Doom съедает у нас... Съедает у нас Огра, насколько я могу понять, и тот вкусный крип еще не переваривается. А, еще переваривается, да. Еще не переварился. Съедает у нас Огра Doom, и теперь он будет с Ice Armor'ом. Ну, плюс это Silent'у или нет, я думаю, что, наверное, не особенный плюс, но съел, что съел. Такое дело. Ну и смотрите, какая ситуация, как, собственно, используется Doom. Doom не стоит на линии, Doom дает возможность фармить у нас вот таким вот образом тому же Лишаку. Лишаку никак не уйти вообще у нас от роли керри, я так понимаю. Ну что, мага поймали в лесу. Мага развалили достаточно быстро. Энчантер забирает первый фраг. Ну, львиная доля этого фрага действительно принадлежит у нас банане. Во-первых, стан, во-вторых, сетка. И никуда, собственно, бетрайдеру здесь не деться. Даже при том, что Firefly был включен. Никто у нас мага туда отпускать не собирался. И ФБ... Команда Empire отдает. Ну и теперь будем смотреть, как Empire будут из этой ситуации выходить. Как им сражаться против самого сильного коллектива 2014 года. Еще раз повторюсь, Empire играет против чемпиона International под номером 4. Сложная линия для команды Ньюби. Ну, не самая приятная. 3 на 1 всего лишь крипстат у Ксяоэйт. Капитан коллектива Ньюби проседает плотненько по фарму. Ну и Always Wanna Fly вроде как фармит очень и очень серьезно. 11 на 5 у него крипстат, он уступает только Наги Сайрон. Потому что Нага еще в окружении саппорта стоит. Нага при этом у нас милишная, у Наги много дэмэджа с руки. Always Wanna Fly показывает, ну, такие себе чудеса фарма. Ну все, свое флай забрал, теперь можешь быть свободен. Флай у нас отправляется куда подальше. Сайлент вышел пофармить на линию. У Сайлента уже третий левел имеется, у него второй девауэр и... Собственно, огонек в один вкачан. Если вдруг придется файтиться, Doom многофункционален у нас. Ну и, естественно, здесь полезный крип не мог у нас в желудок Сайленту не попасть. На данный момент в Думе у нас сидит сова, и Doom приобретает то, чего ему очень не хватает. Я говорю сейчас о броне. Базовая броня у Дума 0. И это один из наиболее провальных вообще показателей на этом герое. Действительно, его минус, и минус безусловно. Ну, здесь Doom с этой ситуацией справился. 3 дефа уже имеется, поэтому от того же Брюмастера, например, или от тех же крипов проседать будет не так плотно. Как там Бэтрайдер на сложный? Маг 7 на 1. Лучше, чем Брюмастер. И неудивительно, у него все-таки рейнджевая атака, не обязательно подходить близко. А здесь милишный керри. Милишный керри, ну и саппорт, который с руки развалить, в принципе, Бэтрайдер не сможет. Так, Винга у нас в это время аж за табором расковыряла Брюмастера. Это мы посмотреть можем. Ксяоэйта поймали через Диаболики. Ну и Vengeful Spirit от Ванскора забирает у нас первый фраг для команды Empire. 4 минуты пронадобилось Empire, чтобы распечатать, собственно, счет для себя в этом матче по фрагам. Счет 1-1. Ну и Empire потихонечку выходит у нас на Т1 по нижнему лайну. Ну и за счет Диаболиков Т1 у нас развалится. Как-то странно. Sona Fly был еще с Диаболиками. Silent здесь, Vengeful Spirit. В итоге крипы забирают табор, но это не так важно.
Ну что, Ньюби потеряли уже одну вышку. Empire не самым агрессивным, в принципе, триплой пошла. То есть керри не такой, который мог бы чем-то помочь своим саппортам. Какой-то стан, баш, тот же блинк. Вот дума, нет, ничего. Просто керри, который бежит и бьет. Вот, поэтому тут главный контроль, конечно же, на саппортах. И, тем не менее, справилась команда Empire. Может, даже рановато немножко справилась, потому что 4 минуты, 5 минут, пускай так, скажем, сыграно. И линия уже пушится, здесь уже нет тавера. Уже для того, чтобы ганкнуть вся Уэйта, надо какие-то супер-мувы производить. Ну что, выходит у нас на топ-лейн Бэтрайдер, забирает у нас Нагу. И дальше погоня за Саншеном. Мага есть, если что, еще мана на напалм. Саншенг на лоу хп. Firefly сейчас уже закончится. Саншенг на лоу хп, но Йолосфа на флай вместе с магом в итоге расковыривают здесь Рубика. Рубик отправляется в таверну, счет становится 3-1. Банана побежал за магом. Маг проедает дерево. Ай, банана запутался-то как, а? Ну и маг отсюда улетает, летит сюда быстренько. У нас хау, ну хау поймать нечем маг. Рынжи на сетку, естественно, не хватило. Поэтому маг спокойно уходит под собственный тауэр. Ну или куда он там уходит, это его личное дело. В любом случае, команда Empire выигрывает 3-1 по фрагам. И вот так вот чемпионы смотрятся. Пока что не очень. По голде Empire тоже впереди. И по экспириенсу более 500 российский коллектив опережает будущих чемпионов International. Resolution смещается на нижний лайн. Поставил дримкоил по Xiaowei'у. Xiaowei'у до сих пор 5-й левел. До Primal Split'а совсем чуть-чуть не хватает Xiaowei'у. Отпивается Xiao. И разворот. Уже разворот пошел на команду Empire. Xiao в итоге не добили. 6-й левел он получить должен. Ну и Silent тоже без дума. У него всего лишь 5-й левел. И Resolution единственный, кто у нас с ультой в составе команды Empire. Ну, ульту Resolution потратили. Брюмастер достаточно жирный и плотный сам по себе. Несмотря на то, что у него никаких артефактов на плотность не имеется. Но при этом Брюмастера попробую развали. 834 хп без артефактов на хп, в принципе, на 5-м левеле. Прирост тут очень мощный по силе, да и по дэмэджу, я думаю, вы все в курсе. Resolution в инвизе на Му. Ванскор уже здесь. Плевок пошел у нас Ванскора. Маг взлетает. Му должны бы и развалить. Нет, маг просто разворачивается. Resolution половину хп потерял на ровном месте. Вроде был в инвизе, вроде мог раскастоваться и все необходимое выполнить. Не получилось. Ну, вайпер сам по себе плотный. Во-первых, у вайпера тоже дофига хп. Во-вторых, у вайпера есть баклер, есть хедрес. Естественно, с Му просто так и не справишься. И у Му уже почти готовая мека. Бабам-бабам. Команда Ньюби. Она по мете, вот по героям, недалеко, в общем-то, от современной ситуации отошла. Да и современная дота вообще недалеко отошла от коллектива Ньюби. Неудивительно, что коллектив Ньюби выиграл, когда этот матч он действительно как-то опережал и предвосхищал ту мету и ту те тактики, которые будут использовать чуть попозже. Но, в общем-то, это и есть показатель чемпионства, когда ты на шаг впереди идешь своих оппонентов. После команды Ньюби вайперы, разоры на мидлейне, которые собирали меку, все это до сих пор используется и используется, хочу вам сказать, не безуспешно. Вот. Ну и, естественно, не Ньюби придумали данных героев в данной сборке, но Ньюби этими героями очень много чего выиграли, и понятное дело, что реализация от них была такая, что можно было бы и позавидовать. А маг на сложной линии, у него уже почти готовый даггер. Все, даггер для Бэтрайдера есть, даггер тогда стоил 2150, не 2250, как сейчас, даггер подешевле был. Вот, собственно, маг до 9 минуты с транквил бутсами, и у него есть даггер. По идее, команда Empire должна уже сейчас начинать плотненький экшен. Resolution на лоу хп уходит у нас от вайпера. Муна получал от тавера, дальше лезть не стал. Ну и пак мог размансить, то через иллюзорий орб, через тот же фейс-шифт свалить можно было. Естественно, если бы вайпер пошел, у вайпера проблемы могли бы быть под тавером. Ну что, врыв пошел у нас от мага. Даггер показал у нас уже маг. Му ловят. Стан пошел у нас еще и от Ванскора. Му на лоу хп. Инча тут старается и потеет благодаря кентавру. Маг на лоу хп. Маг все-таки на хайграунд у нас не залетает. Команда Empire теряет одного героя. Потеряли только Бэтрайдера. За это забрали энчантресы. За это забрали вайпера.
Но готовы бежать дальше за Хау. У Хау Сонгу Сайрон есть. Будет ли врываться на мидлейн у нас? Хау сейчас узнаем. Нет, Хау просто уходит фармить. У Наги другая задача. Нага должна у нас зарабатывать радиант себе. У Наги пока что 2000 всего лишь. И по мелочи, по артефактам. Ring of Aquila. Есть тапок. Ну, всего по чуть-чуть. И, по сути, Empire должны бы здесь как-то поагрессивнее относиться к Наге. Пока что маг в соло здесь, я так вижу, отправляется агрессивно себя вести против керри команды Ньюви. Резолюшн. Все, что может, и выйдет через фейс-шифт и вейд. Стан пошел у нас по Му. Always on a fly. Сплитеос пошел еще один по Му. Но Му через коррозив скин. Причем максимальный коррозив скин. Много, в принципе, дэмэджа в никуда отправляет. Забрали у нас лишрака игроки команды Ньюби. Подрали у нас как раз такие лишрака. Подняли в ветра Ван скоро на Vengeful Spirit. Все, на этом агрессия Ньюби заканчивается. Они забрали один фраг. Они чуть-чуть отвоевали по голде. К нулю движутся графики. По экспириенсу полный ноль. Ну и Ньюби выходят на Т1 по мидлейну. Маг сместился опять на мид. Магу не нравится стоять против Наги. Да и вариантов как таковых немного. С Нагой сильно не подерешься. Сетка, и Нага спокойненько отсюда уходит. Поэтому маг переместился на мидлейн. Думали дефать. Ньюби поступили немножко мудрее. Они стянули всех на мид и отошли кто куда. Кому надо хилиться, пошел хилиться. Кому надо фармить, остался и фармит. В итоге у Вайпера уже есть мека. Так, у нас забрали в это время Саншенга на Рубике. Ну и забирают у нас, скорее всего, еще и Ксяуэйта. Праймал сплит у него через 1000 лет будет. Ну и маг просто за счет даггера перекрывает путь капитану команды Ньюби. И счет становится 7-3. 7-3 мои подачи. Да, на Empire достаточно рано приобрели себе даггер. И эту агрессию, в общем-то, воплотили в хорошее преимущество. Они теперь давят не только материально, но еще как-то и эмоционально, и психологически на команду Ньюби. То есть врываться маг может из ниоткуда и куда вообще душе его будет угодно. Естественно, Ньюби теперь переживает. Если где-то одного героя видят на лайне от команды Empire, то понятно, что где-то недалеко может затаиться тот же Бэтрайдер шальной с этим даггером. Понятно, что от лассо до лассо всего лишь минута. В итоге будет час-полторы минуты, ну и сейчас этого многовато. Что, Хао у нас спрятался в кусты. Его не видят, как я понимаю. Да, Хао никто не видит, хотя и вард стоит. Тут командный парень. Все, просветил резолюшн у нас Хао. Хао очень быстро разбирают на куски. Очень быстро. Реакция просто элементарная. Я думаю, если бы Dreamcoil был от резолюшн, еще бы и Dreamcoil поставил просто ради дэмэджа. Ну и Silent в это время старается сделать тэп-аут. Разменяли керри на керри. Игроки одного и второго коллектива. Команда Empire еще тут как бонус решила тавер забрать. Через четвертые диаболики табора, конечно, сыпется от флая за считанные секунды. Ну и посмотрите, Лишрак тогда был саппортом, но не будем забывать, что этот Лишрак сам по себе фармит очень плотно. Вот они, просто диаболики, и просто отправляйся в лес. Если тебе не везет на лайне, иди в лес, фарми лес. Если тебе не везет в лесу, включай диаболики, иди фарми Рошана. Делай что угодно, потому что команда... не команда, а сам герой по себе способен и физический дэмэдж наносить просто громаднейший, и магический прокаст у него просто роскошный. Тогда еще Лишрак, еще раз повторюсь, ему не отдавались корпозиции, как сейчас. Лишрак у нас главный герой. Резолюшн, кстати, не так давно показал в матче против, по-моему, Лепреконов, да, Резолюшн. Или Якорей, или Приконов. По-моему, Якорей. Вчерашний или позавчерашний матч против Рейнгерс энд Сикепта. Резолюшн показал, что Лишрак может иметь просто запредельный нетворс. Даже на ранних этапах у него за 700 перевалил нетворс на 25-й минуте. Это просто жесть, как много. Столько денег вообще я не видел в глаза. У меня общий нетворс за всю игру 700 редко переваливал. А там... ГПМ в минуту, точнее, было резолюшена. Ну, правда, цифры потрясающие. Ну, это говорит не только, естественно, о том, как хорош Лишрак у нас в роли керри, ну и о том, как реализация его. Какой запредельный может быть его реализация. Тогда еще раз повторюсь, никакая команда на International Лишрака таким вот образом не использовала.
Не думаю, что прям таки зря. Тогда немножко другая дота была тактически. И там вот такие вот красные скорпионы, которые выфармливают, выфармливают, а потом в соло могут всю команду выпилить. Такого не было. Обычно дрались бомжами, такими полуслабыми, дрались артефактами полубомжовыми. Ну что, поймали у нас Сяои. Сяои-то надо развалить еще до того, как он пролезает Primal Split. С этим Empire справляются. Dreamcoil висит у нас на Вайпере. Вайпер еще у нас и под Думом. Song of Siren пошел у нас от Хао. Хао пытается подсейвить своих тиммейтов. Банана, иди выхиляй Му. Зачем твой хил Заншенгу? Ну и Му сваливает отсюда. Прорезал Меку Му. Дальше погоня у нас за... от команды Empire. Развалили у нас еще и Заншенга. Ну и дальше. Ньюби просто отходят и на развороте будут пытаться поймать команду Empire. Сетка полетела в Резолюшн. Резолюшн ее через фейдшифт заэвейдил. Ван скор. Свапает у нас Хао. Хао отсюда просто отходит. Ну и уже... уже байбек от Рубика. И Рубик уже здесь. И Ксяуэй тоже здесь. Потеряли в итоге у нас ванскора игроки команды Empire. Тауэр не забрали на мидлейне. Как была четверть хп у Тауэра, так и осталось. И в итоге потеряли только одного своего саппорта. Немножко по деньгам просели. Но вообще Empire выглядит сейчас сильнее, чем коллектив Ньюби. Чемпионы. Чемпионы. Кто чемпион? Я чемпион. Говорит Empire, и потихоньку, но с коллективом Ньюби вроде как и справляется. Не удивлюсь, если справится в принципе. Где-то 6 побед у этих Empire в этом турнире было. Из 15 матчей, да, показатель просто не очень совершенно. 12 место, все это не есть хорошо, но 6 побед, почему бы, например, против коллектива Ньюби и не выиграть? Ну, чемпионы и чемпионы, это их личное дело. Они чемпионы, а Empire просто немножко сильнее оказался в этом матче. 4000 по голде впереди российский коллектив, и по экспириенсу на пятерку впереди тоже команда Empire. Ну и, кстати, давайте по стате немножко пробежимся. Какая-то стата у вас в чат появляется. Кто в чат не смотрит, расскажу. Так, между прочим... Так вот, по команде... Что у нас тут по инфе есть по команде Ньюби? У команды Ньюби Му, мидлейнер. Команда Ньюби 472 средний ГПМ имеет. И XPM 479 по... Киллам не очень яркая ситуация. 5 на 2 у него КДА. 5-2, если быть точным, 5-2-8. Вот. Не такой уж и суперубийца, но еще раз напомню. Команда Ньюби выигрывала, вот как мне помнится, выигрывала достаточно быстро и выигрывала рано. Она показывала быструю, агрессивную доту с небольшим количеством артефактов, но с нужными артефактами. Она брала героев, которые могут себе позволить вообще чуть ли не бить какими-то своими пэтами. Практически не бить руками, не бить скиллами. Просто понемногу сбросились все по чуть-чуть и развалили. Тут просто один из идеальных вариантов. Это вот тот же Ликан, например. Тот же Виномансер, который через свои варды просто ужас наводил у нас на все коллективы. Вичи, конечно, в этом вопросе преуспели. Вичи Гейминг. Много что выиграли Виномансер. Ну и Ньюби тоже нет-нет, да и проскакивал данный герой. И вообще дота тогда была быстрой, без лейта какого-то глубочайшего. Я помню, много разговоров было перед 14-м International, перед ним как раз вышло обновление, и аналитики... вы не видели, я пальцами так сделал сейчас. Аналитики обсуждали все как один, говорили, что эта дота должна стать длиннее, она должна стать интереснее, она должна выходить в лейт, и в лейте там серьезные разборки, у нас больше не будет коротких матчей, мы все будем наблюдать за этой игрой, и вспомните просто так на засыпку, вспомните гранд-финал International. Ньюби выиграли 3 игры за 50 минут, 3 матча за 50 минут, как бы у меня игра не всегда успевает найтись в доте за это время. Бывает и такое. Ньюби в это время, за это время выиграли 5,5 миллионов долларов. Ну, то есть... поэтому игра на 14-м, в 14-м году на 4-м International была
динамичной и такой быстрой, что не всегда можно было сориентироваться и понять, что типа что, все, уже как бы все, International окончился. То есть это уже как бы четвертая карта, что ли? Да, и, действительно, и, тот же много, очень много критики было касательно китайских коллективов. Ну, в основном эта критика была от СНГ комьюнити. Так, кстати, Нага у нас с Радиансом, просто так, между прочим, навскидочку инфа. Очень много было критики, но касательно скучности самого International, но вот эта инфа в основном сыпалась от СНГ комьюнити. Но действительно это было скучно, потому что первый раз, например, не было тех же Нави у нас в гранд-финале. Вообще, первый раз в гранд-финале не было СНГ коллектива. Конкретно вот в Нави. Конкретно Нави не было, поэтому, конечно же, всем было скучно. Ну, будем так откровенны, СНГ публика жиру уже бесилась, потому что без Нави-то гранд-финалы вообще не проводились в принципе, и уже было такое впечатление, что как бы по правилам, вот Valve выпустили правила, по которым гранд-финал International не может играться без Нави. Что это вообще? Это как бы нечестно, так не должно быть. Мы привыкли, там дерут, там должны драться Нави. Ну, я думаю, вы помните, как выступили Нави. Нави выступили... Они выступили, конечно же, лучше Empire. Они были тогда сильнее, чем команда Empire, безусловно. Они тогда еще были на таком вот финале своей формы. Такой вот пик, который... Ну, который должен был закончиться, и который заканчивался, и визуально все это было видно и понятно всем. Вот, но они где-то еще так вот по старой памяти неплохо еще выступили по той форме, которую они из себя, которой они тогда обладали. Ну что, Empire заходят на хайграунд. 21-я минута. Они разваливают двух героев команды Ньюби на хайграунд. Always on a fly. Сплитес перед смертью себе под ноги. Развалили у нас еще Иван Скоро. Бэтрайдер тоже отправляется в таверну. Команда Ньюби после байбека делает минус 3 со стороны Эмпайров. Ну и Сайлент летает в ветрах. Ксяо здесь, Ксяо фуловый. У Сайлента нет Дума. Дум там уже был положен на кого-то в файте. И Сайлент четвертым отправляется в тавер. Нет, нет, просто потерянный эджи сгоню. Сайлента у нас в любом случае отсюда отпускать не должны. Саншенг понимает, у нас Сайлента в телекинез. Погоня дальше за Муем, Петусы, все что угодно. Лишь бы Сайлент не доковырял ему. В итоге команда Ньюби делает минус 4, счет становится 13-9. И единственный, кто живой во всех этих баталиях, это был Резолюшн. Резолюшн отсюда в итоге уходит. Ой, Резолюшн вот так печет, так печет. А, так, ну и что? Да, вернусь к занудности и Зауме. Вот меня. Так вот, все недовольство, которое можно было наблюдать в интернете, а я уверен, что вы, как бы большинство из нас, вот я в частности, наблюдают русскоязычные интернеты. Так вот, в русских интернетах в основном большая часть публики была недовольна тем International 2014, потому что слишком скучно было. И я еще раз повторюсь, дело в том, что просто не те команды играли в гранд-финале, не те команды вышли в финальную часть, болеть, по сути, не за кого было. Ну, то есть там были более-менее так по стилю игры, напоминающие там ранних Нави, ЕГЭ, за которых топили, Клауда более-менее, ну, Клаудов тогда... Никто не верил, что Клауда выиграют, потому что Клауда вообще... Клауда и выиграют. Два абсолютно несовместимых слова, и в одном предложении их использовать нельзя. Клауда к тому моменту выигрывали вторые места. Для них это было прям обязательным делом. Вот, поэтому болеть, по сути, не за кого было, когда Нави остались у нас на 7-8 позиции. International почему-то резко стал неинтересным для всего СНГ-комьюнити. Empire вылетели еще до стадии плей-офф, 12 место, групповой этап. Empire, собственно, остановили свой путь очень рано. То есть за какие-то серьезные призовые болеть не за кого было в принципе. Virtus.pro, я думаю, вы помните. Они, если не ошибаюсь, тогда приехали, поиграли на вайлдкарде и все. Кто комментировать, кто просто смотреть. ВП на этом турнире в принципе не смотрелись. Ну, Empire боролись. Empire вроде как еще и в порядке смотрелись. Ну и по составу, я думаю, вы видите. Здесь и старая гвардия, и молодое поколение. Empire укомплектованы были очень плотно. Не лучше, чем сейчас, по моему глубочайшему убеждению. Но, в принципе, и не намного хуже. Сейчас просто свой стиль выработался. А тогда Empire хорошо играли чужими пиками, чужой тактикой.
Ну, Empire забирают Вайпера, теряют двух героев. Дальше погоня за Олвесона Флаем. Ксяоэйд, понятно, что Флай отсюда не отпустит. Да и маны здесь недостаточно у Флая, чтобы сжечь того же Ксяоэйда. Пуль снова, собственно, бесполезно абсолютно здесь. Без маны у нас бедняга Лишрак. И Лишрак даже надамажить никого перед смертью толком не смог. Ну что, давайте вернемся к этому матчу, а то мы как-то так в историю, да в историю, и причем историю такую субъективную мою, которую я вам рассказываю, уж извините. Давайте перейдем к матчу этому и посмотрим, кто у нас что насобирал к 25-й минуте. Enchantress от Банана у нас уже с Urn of Shadows. Есть Клака, есть ПТшка, 1300 по голде. Enchant не самый крутой показатель здесь у нее. Вайпер собирается у нас в... Аганим, да, Аганим остается всего лишь 450 голды. Есть Мека, есть ПТ. Сейчас, в принципе, уму должен появиться Аганим. Кстати, так, а что мы смотрели? Вот ГП ему Наги уже через 500 перевалил. У Дума тоже, и у Резолюшна не достает немножко до 500. Нетворс я вам открою, вы пока наблюдайте, я пока по артефактам допробегаюсь. Рубик у нас от Саншенга. До сих пор без даггера, Boots of Speed, Брассер и Magic Wand. У Брюмастера есть даггер, но кроме даггера по артефактам, по серьезным, ничего, зато 200 Ксяоэйда на руках есть. Будет Аганим, не будет, не знаю, тут от Ксяо все зависит. Со стороны команды Empire, Керрис, Doom у нас уже имеет Plate Mail, есть у него рецепт на Шиву и есть у него, в принципе, Mystic Staff. Все, Silent в 26-й минуте собрал себе Шиву, у него есть Мека, Фейсбуцы, Барабаны. Дум по нетворсу очень плотный, проигрывает только Наги. Ну, Нага здесь копит на супер дорогие и очень важные для нее артефакты. Я думаю, что здесь деньги копятся исключительно на Тараску для Наги Сайрон. 300 на руках. У Резолюшна уже есть Хекс, у Резолюшна есть Даггер, ПТшка и Боттл. Ну и Мэджик Вонд, тоже все по мелочи. У Флая по чуть-чуть, понемножку, но где-то вырисовывается Бладстоун. В принципе, сейчас уже есть соулбустер, осталось там по мелочи дособирать Always on a Fly. То есть очень неплохо так. Always on a Fly в том составе напоминал мне, вот сейчас я смотрю матчи, напоминает мне современного Aloha Dance в составе команды Empire. Это, в общем-то, и керри, но, с другой стороны, и такой керри, что подрасковырять тебе лицо сможет где-нибудь в темном переулке. Это даже и не проблема. Му у нас ведь вывозит с хайграунда маг, ему отсюда не отпускает. Мидер команды Ньюби на собственном ХГ просто развалился, маг. Через лосо все это ему организовал, достаточно уверенно. У Ванскора, Владмир, моя ты радость. Ванскор здесь позаботился обо всей команде, собрал Владмир. И выходит, я даже не знаю, во что он выходит. Кстати, может это будет БКБ, а может это будет Аганим для Vengeful Spirit, а может это будет Ogre Club, на этом игра может и закончиться, в принципе. Ну и по графикам. Давайте смотреть, против команды Ньюби Empire имеет преимущество 7000. По золоту 7500 по экспириенсу. Навигация победы TI. Да, безусловно, безусловно. Да, это мы разбираемся, как Empire будет смотреться на пятом интернешнале. Лучше, хуже. Также чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже. Лучше бы, конечно, чтобы лучше. Но здесь соперники, кстати, на пятом интернешнале у коллектива Empire будут... ну, не лучше, не хуже, такие другие, мягко говоря. То есть, например, те же Ньюби. Ньюби, например, будут хуже, да, это факт. А вот LGD будут, мне кажется, получше, чем были LGD в прошлом году. Наверное, все-таки это как-то связано с Ксяоэйдом. Вот, но тем не менее, поменялось все. И, например, та же Малайзия, которую вообще знать не знали еще в том году. Сейчас она... Fnatic сейчас, которые тоже неудобные и нестандартные для современной вот общей доты коллективы. ЕГ, которые в том году были сильны, которые, так скажем, мягко говоря, стали открытием 4-го интернешнала. Вот, в этом году прям просто впечатляют. И бороться с ними будет сложно. Кстати, о ЕГ. У нас ЕГ, следующий матч команды Empire, который вот в рамках RTRTI 6 выпуска будет. Сразу после этого матча, то есть после небольшого перерывчика, мы включимся с вами на матч Empire против коллектива ЕГЭ, с которыми и на этом интернешнале придется бороться. А потом посмотрим в финале всего этого игру против уже несуществующей команды, такой вот фантомной
команды Arrow Gaming. Там Empire жгли. Для всех, кто только подключился, я сообщу, что это Retro International, наша ретроспектива на прошлые International, на интересные нам команды. Обращаем внимание потихоньку, по чуть-чуть на меты, на то, что было раньше, и чем, как это все отличается от современной ситуации в Доте. Ну и готовимся к пятому International, безусловно, но как можно готовиться к пятому International и что-то там предвещать, предвосхищать, если ты, в принципе, забыл все, что было до этого. Вот мы, собственно, и напоминаем для себя. И если вам тоже это интересно, то я только счастлив. Ну и для всех, кто сейчас у нас смотрит матчи или кто у нас будет подключаться, передайте, пожалуйста, соседу. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Подписывайтесь на канал на Твиче. Хотите платно, хотите бесплатно, по вашему желанию. Ну и группа ВКонтакте, заходите, добавляйтесь. Все анонсы грядущих каких-то событий, всех стримов на нашем канале и официальных турниров, и каких-то проектов канала, все это, разумеется, в группе ВКонтакте появляется. Ну и все повторы уже от комментированных матчей и от транслированных программ, в частности, вот этот RTI, который вы наблюдаете, все это на нашем канале на YouTube. Информация прозвучала на правах рекламы. Да нет, шучу, на правах самой важной информации. Не забывайте подписываться на наш канал Twitch. Это очень важно в дальнейшей нашей деятельности. Ну что, возвращаемся к этому матчу. 31 минута у нас закончилась уже. 7500 по голде выигрывает Empire. И 8 по экспириенсу тоже выигрывает Empire. Они немножко натиск свой уменьшили. И посмотрите, к чему это привело. Это привело к тому, что Хао уже просто наглая морда вместе с Тараской, вместе с Радиансом отправляет свои иллюзии. И иллюзии идут и просто сливают лайн. Ну и как бы по идее на этом дота должна была закончиться. Нага собрала необходимые артефакты. Я уже представляю армию дотеров, которые сидят и рассказывают, что Нага это имба. Нага не контрится. Все очень плохо. Мяу. Нет, Нага контрится, Нагу можно побеждать. И я думаю, что Нагу даже в руках вот коллектива Ньюби, чемпиона International, победить можно. Пока что Empire держится на уровне, они при этом еще и не сдают позиции. Они как выигрывали 7500 по голде и десятку по экспириенсу, так на этом уровне и держатся. Кто ж так фармит тогда? Ну, Наги с 18 тысячами от Хао, это мне все ясно и понятно. На Empire больше как-то количеством берут, фармят практически все. И посмотрите, первое место у нас у Хао, а три следующих, это второе, третье, четвертое, для Сайлента, для Резолюшена и для Мага, соответственно. И только потом с разрывом в 3000 голды идет Вайпер. Ну, Вайпер у нас как-то встает постоянно. У него все не так, все очень... Все очень сложно дается вот на данный момент. Встреет уже третий или четвертый раз. Причем игра у нас в мид-стадию перешла. У Вайпера как-то все не заладилось как раз к середине игры. Ну что, Ньюби подходят у нас к хайграунду потихонечку. Расковыряли Лишрака. Лишрак пришел подефать. Деф, собственно, на этом и закончился. В это время команда Empire заходит уже на топ-лейн. Здесь нет Т3, можно было бы и ворваться сюда, но перетянулись очень быстро игроки команды Ньюби. Никто отдавать у нас сторону не собирается. Врыв пошел у нас от Мага. Маг под БКБ. Маг просто уже... крылья бы отсюда унести. Хао провязал иллюзии. Пошла погоня за ванскором. Ванскор-то 100% здесь умирает. Повесили у нас на Хао Doom и Dream Coil по четверым от команды Empire. Хао, скорее всего, отъедет отсюда. Как я понимаю, нет, Хао на лоу хп, но отсюда пока своими ногами уходит. Ну и Банана старается всячески подхилить Хао, и у него это получается. Хао отсюда уходит. Да, он на лоу хп, но в итоге живой. Ну и Сайлент просто отсюда... пешочком уходит. Потерянный гем. Гем для Ксяоита. Команда Empire потеряла двух игроков и
пытается уйти отсюда. Действительно, файт продолжать смысла никакого. Ньюби никого не потеряли. Счет стал 16-15. И здесь по голде, по идее, Empire должны очень плотно просесть. 34 минуты с копейками сыграно. У Дума всего уже до хрена. У него еще и наличных денег 2 миллиона. У Дума почти 5 тысяч на руках. Что приобретать будет Silent? Ну, в общем-то, что? Я думаю, наверное, не лишним было бы... Наверное, Аганим собрать здесь Silent. Или тот же Refresher. А собрать Думу, наверное, тоже вещь более чем полезная. Например, Нагу. Держать у нас в Думе постоянно, чтобы эта Тараска, в принципе, не работала. И Нага у нас в файтах не дралась, не бегала и не била своим мечом. Ну, посмотрим. Пока что Дум не тратит деньги. Silent приобретает себе Boots of Travel. Ну, денег в любом случае осталось очень много. Ну, Silent оставляет деньги, во-первых, на байбек, во-вторых, я так понимаю, на ближайшие артефакты. Ну, что именно Silent будет дальше себе выформлять, пока что непонятно. У Резолюшена на паке. Sight of Ice есть, Dagger есть, ну и очень долго не меняются артефакты у Резолюшена. Деньги копятся, в общем-то, в виде наличных денег, но артефакты не появляются. Сами по себе, естественно, деньги Резолюшену ничего не дают, поэтому... Надо бы как бы их и потратить. Пора бы уже. Vengeful Spirit тоже у нас остановилась в какой-то момент. Команда Empire, что ли, проседать стала? Нет, держится так же. Держится ровно по золоту, по экспириенсу. Но вот как-то артефакты не появляются. Ну, мы видели, что куча денег у нас у Silent, но он их не тратит ни на что полезно. Boots of Travel — это вещь полезная, но в файтах, особенно Boots of Travel, Думу не поможет. Ну и плотности Думу не добавит, да и файтится. Не даст нормально. Влететь в файт — это, конечно, плюс для него. Ну что, маг залетел на хайграунд. Маг под фаерфлаем спокойненько переваливается здесь через заборы и отправляется назад. Ну что, Ксяоэйта зацепили. БКБ пошел от мага. Ксяоэйта разбирают очень быстро. Сайлент повесил на него Думу. Сайлента есть Эйджис, если что. Банана на лоу хп. Его просто выжигает здесь Always on a Fly. Ванскор на лоу хп. Скорее всего, Ванскора здесь заберут. Вся им команда Empire. На таком дичайшем лоу хп, что просто капец. Ну и в итоге у нас... Забирают лишь рака. Потихонечку повыхиливали команду Empire. Резолюшен дальше у нас. Заму. В кусты Резолюшен не прыгает. Команда Empire постепенно настреливает. Причем настреливает конкретно со ступенек по коллективу Ньюби. В таверну отправляется у нас Ксяоэйт. И Empire в полном составе на вражеском хайграунде. Сейчас у Always on a Fly. Через 3 секунды будут Диаболики. Это минус 2 тавера 100%. То есть линию Empire должны забрать. Еще и крипы подошли. Ну и по чуть-чуть, понемножку, но линию расковыряли. На ОХП Silent. Silent отправляется в таверну. 70 секунд Silent не будет. Линия потеря. Ну и Цаншенг что-то тут украл. У Ванскора украл у него, кстати, Nether Swap. И Ванскора не отпускают отсюда. Ванскора должны развалить. Ванскор побежал под фонтан. Отдаваться ясен пень, что его никто не выпустит отсюда. Да и как выпустить-то? И как уйти? Тут просто разве что ногами. Нет, Ванскор не побежал у нас под фонтан. В итоге у нас отдастся в кустах, кому попало. Ну что я такое сказал? 38 минут. Empire потеряли трех героев. У Empire... по-прежнему преимущество. 7500, даже 8000 по голде и по экспириенсу 12 с копейками тоже для Империи. Ну и по нетворсу, посмотрите на Нагу. Она достаточно серьезная подруга. Она супер крутая. Она прям мега крутая. Она не убивается. В общем-то, иллюзии ее практически не убиваются крипами. Линии пушатся, деньги рекой льются для Наги. Но посмотрите, что происходит с другими героями в составе команды Ньюби. У Вайпера на почти на 40-й минуте нетворс 11600. Давайте на ГПМ переключимся, чтобы было попонятней. 667 ГПМ у Наги и 360 у Мут. То есть средний ГПМ где-то на уровне Высоцкого, может даже и выше. Средний ГПМ как раз где-то на уровне Вайпера. То есть мидер, ну...
очень плотно уступает керри, очень плотно. Я уже молчу о саппортах. Саппорты страдают без фарма вообще невероятно. 40 минут сыграно, форстав есть у Рубика. На даггер вообще Саншенко у нас метит, но все никак добраться до него не может. Что тут у Бананы? У Бананы есть Pipe of Insight. Тут по мелочи, но все-таки есть. Давайте смотреть на команду Empire, конкретно по саппортам. У Лешрака 11 тысяч. У Лешрака, кстати, нетворст на 1500 меньше, чем у мидера команды Ньюбин на 40-й минуте. Это как бы ого-го. У Лешрака уже есть Boots of Travel, есть Bloodstone для Always Wanna Fly, Urn of Shadows, Ghost Scepter, если вдруг от того же Вайпера, например, придется сваливать. Или от всяких брюмастерских говнючков. У Vengeful Spirit от Ванскора. Ну, недалеко еще осталось до БКБ. Венга также у нас с Владмером. Ну, здесь Ванскор не очень радует, но Ванскор по нетворсу на последнем месте в составе команды Empire. При этом, посмотрите, саппорт Ванскор, худший нетворс в составе команды Empire. При этом он обгоняет сразу трех героев команды Ньюби. И Банану, и Ксяуэйта на Брюмастере. Это ужас просто какой-то, я сейчас только это увидел. Ксяуэйта у нас с предпоследним нетворсом. Ну и Рубика, это очевидно, в общем. БКБ надо юзает Сайленту и начинает драться. Сайлент не юзает БКБ, Сайлент просто решил поотдаваться здесь. Сайлент проюзал БКБ. После Незер Свапа от Vengeful Spirit Венгура забрали просто в секунды. На Му повесили Дум, Му отсюда улетает. Начинается бойня под Primal Сплитом. Стараются Хау развалить. Хау очень быстро стирают. Хау отправляется в таверну. Рефрешер у нас от Пака. У Пака есть Dream Coil. Резолюшн готов драться дальше. Вот здесь бы Dream Coil поставить просто чудесно можно было бы. В итоге Empire потеряли Vengeful Spirit и забрали при этом Нагу Сайрен. Dream Coil пошел от Резолюшна по Саншенгу. Ну такой Dream Coil просто в никуда и ни зачем, что самое неприятное. Команда Empire отступила и догнать их не смогут, но на развороте, мне кажется, Empire могли бы здесь подраться. Не подрались, развернулись и ушли. Но плюс остается плюсом. Они забрали самого богатого чувака на всем южном побережье. Они забрали Нагу, которая имеет нетворс за 25 тысяч. И потеряли Vengeful Spirit, у которой 7. Ну, как бы в 3 раза дороже стоит Нага. Естественно, такой размен более чем понятен мне. Ну и трабл, конечно, есть здесь и в Сайленте, который не включил БКБ после сна. Не знаю, кстати, почему не включил БКБ после сна. То есть несколько вариантов. Либо не успел, либо либо не дали успеть. Ну, просто клацать БКБ у него секунда, по-моему, была. Не знаю, чего у нас Дум ждал. Единственное, чего можно было бы бояться, это включить БКБ до Song of Siren, чтобы Сайлента в соло просто развалили. Потому что БКБшки у него, у Бэтрайдера, ну и все. То есть одновременно с Бэтрайдером вряд ли можно клацнуть БКБ. Скорее всего, где-то на разных позициях. Маг не будет одновременно прожимать БКБ у нас с Думом. Разве что, чтобы отрезать его в сон. Но сон был проюзан. Это как раз после сна было. И в телекинезе пришлось поставить Сайленту, слить половину ХП, подставить еще и Vengeful Spirit. Венга в итоге у нас просто в секунду склеилась. Не смогла ничего толком-то и проюзать. Ни крикнуть, ни стан дать. Empire могли и поярче подраться. Резолюшн в Хекс отправляет у нас... отправляет у нас Саншенга. Саншенг под иллюзорию арбом. Саншенга развали. Бочку вперед еще и бросил здесь маг. Ну, здесь не церемонились долго с Рубиком. А там не церемонились долго иллюзии Наги с Лешраком. Лешрак сгорел. А ну-ка, по скиллам ты хоть что-то юзал. Да, Диаболики произвел у нас Лешрак. Пульс снова, скорее всего, тоже юзал. Ну, как-то фиолетово абсолютно Наги на все это было. Нага... Нага уже по фарму тут просто чокнутая. Ну что, Ксяоэйта еще раз заберу. Как я понимаю, да, Ксяоэйт в думе. Ксяоэйту некуда деваться вообще. Му тоже пытаются подстопить Саншенг. Украл у нас левел Death, да и пожалуйста. И забирай Song of Siren. Пошел у нас от Хао. Always Wanna Fly поймали. Кирпич сейчас полетит по флаю. Флай у нас уходит в... В таверну у нас уходит флай. Флай нафидел, красавчик. Красавчик. Empire при этом продолжают давить по голде. Так как это делается, вообще не ясно. Empire проигрывают уже по фрагам, при этом по голде выигрывают у своих оппонентов. Кто фармит, фармят все вместе. Здесь один Хао фармит, а там фармят все вместе. Кстати, Хао немножко фарм свой и пыл свой-то как-то умерил слегка. На Рошана вышла команда Ньюби. В это время Silent
пилит крипов в лесу. А что Silent приобрел? Я так и не понял. Silent просто тратил деньги. Сейчас глянем. Silent. Не байбекался? Нет. Silent, по-моему, на БКБ потратил деньги. Да, на БКБ потратил деньги. 4300 у Silent еще есть. С собой. Как там пак от резолюшна? 1800 после приобретенного рефрешера арба. Есть сайт of Vice, есть рефрешер орб. В принципе, резолюшн очень функционален. Очень. Два Silence, два Dreamcoil, два Хекса. Для пака очень полезная штука. Я думаю, что и БКБ неплохо было бы паку здесь заиметь. Вот каких-нибудь неприятностей. Например, от того же Рубика. Рубик действительно неприятная штука. Вроде как бы его ульт вещь дисбалансная. Ну, хочу вам сказать, сам телекинез тоже. Достаточно гадкая штука. Это тебе стан, и после стана еще один стан на того, в кого ты приземлишься. Короче говоря, в любом случае обезопасить себя стоит. Потому что если пак у нас без БКБ ворвется и его поймают и остановят, то, естественно, так много денег просто в никуда уйдет. Резолюшн не даст ни Dreamcoil, ни Sight of Vice, ни рефрешеры. Повторить. Команда Ньюби, чемпионы этого интернешнала, зажаты на своем хайграунде. 45-я минута, просто иллюзиями Хао пытается отпушить линии. Ну, не просто пытается, у него это будет получаться. У иллюзии 3000 жизней, 3000 жизней, 3000 хп. Разумеется, 23 дефа. Все у иллюзии великолепно. Дэмэдж колоссальный вносят иллюзии. Линии пушатся сами по себе. Хау не надо для этого спускаться. Хау просто стоит, и у него, посмотрите, почему, как, каким образом. Вот, вот так. Хау просто находится на собственной рампе. У него 4300 на руках. Хотя недавно было 3700. Недавно это 5-10 секунд назад. Empire продолжают давить по золоту и по экспириенсу. 15 тысяч в их пользу. Ну и давайте на NetWars переключимся. 28300 для Nagi Siren. Silent уже уверенно смотрится у Дума. У Дума Refresh Roar появляется, то, о чем я говорил. Я еще раз повторю, я не смотрел эти матчи специально, чтобы хоть какую-то новизну иметь для себя, чтобы просто... Что анализировать-то здесь, сколько анализировать? Я бы анализировал 55 минут, но, к счастью или к сожалению, я не лос, чтобы 55 минут просто сидеть и анализировать. А, разумеется, здесь и какой-то элемент комментаторства должен был присутствовать, поэтому матч я не смотрел, чтобы не получился провинциальный театр одного актера, который удивляется, когда ему вообще не удивительно. Поэтому здесь, в общем-то, какую-никакую, но новизну для себя я попытался оставить, чтобы и вам не очень скучно было. Ну что, Silent'а подцепили. У Silent'а есть БКБ. Silent входит у нас в БКБшку. БКБшка, кстати, еще 3 секунды будет действовать. Silent дает на Ксяуэйт у нас Doom. Doom разваливает у нас капитана команды Ньюбин. У него есть Aegis. Silent на лоу хп. Еще один Doom. На этот раз на Нагу Siren. А вот у Наги никаких Aegis'ов нет и быть не может. Нагу развалили. Куда ты собирала деньги? Купи себе на них вторую жизнь. Кстати, Нага таки покупает. Байбек от Хао. Хао сразу же файт. Ванскор у нас на лоу хп. Резолюшн уже здесь. Резолюшн 2 Dreamcoil проюзал. И Unstoppable для Му. Как так? Тебя ж так сильно гнобили. Ловят у нас Сайлента. Сайлента, скорее всего, отправят в таверну. Минус 3 делает мидер команды Ньюби. Так сильно били у нас Вайпера, что Вайпер теперь вообще ничего не боится. В любую вообще опасную ситуацию ныряет у нас Му. В итоге команда Ньюби забирает 3 героев команды Empire. По голде здесь поднимает 300 миллионов. По экспириенсу 450 тысяч миллионов. По идее, отыграли здесь очень много игроки команды Ньюби. У нас, к сожалению, еще раз говорю, трансляция идет в 2015 году, 1 июля. Файт рекапы здесь вот посмотрите какие. Все как один, просто. Так ровненько команды Ньюби, Empire и вообще все команды, которые в RTI мы транслируем. Так ровненько я еще никогда, наверное, между собой не дрались. Ноль по голде поднимает команда Ньюби. Ноль по экспириенсу. Ну и Empire отвечают нолем по голде, нолем по экспириенсу. Ну что, 23-28 счет. В итоге Empire потеряли 2000 в этом файте. По экспе потеряли... Ну, где-то 1004, по идее. По XP они выигрывали больше, вот, собственно, и потеряли больше.
Ну, 50-я минута у нас уже на карте. Нижняя линия команды Ньюби снесена, но как-то им не очень печально по этому поводу. Еще раз напомню, здесь есть нормально выформленная Нага Сайрен, которая все эти линии спокойненько может отпушивать. Одной, двумя иллюзиями абсолютно неважно. Тут перевес в любом случае будет в пользу команды Ньюби, если Empire не будут давить. Ньюби, как уже показала практика, и вообще Нага Сайрен, нормально расфармленная, может не спускаться у нас с хайграунда, спокойненько иллюзиями выфармливать линии, зарабатывать деньги, покупать артефакты и продолжать заниматься тем, чем она и занимается. Конкретно пушим линии. Ну, Empire должны-то вроде как эту игру сейчас бы пойти и заканчивать, потому как ждать, пока Нага Сайрен вообще станет неубиенной, это проблематично. Нага уже у нас выходит в последний свой артефакт. Нага вышла у нас уже в последний свой артефакт. Хао уже приобретает себе баттерфляй, закупается под ноль, байбека у Хао нет. Никакого байбека, поэтому и оставлять деньги на него смысла, естественно, никакого. Вообще давайте на байбеке переключимся, посмотрим, кто у нас может появиться в игру, кто нет. Врыв пошел у нас от мага и просто разорвало бедняжку Нагу, конкретно ее иллюзию. Очень больная иллюзия, иллюзия прям даже исчезла от той боли, которую маг организовал ей. У команды Empire теперь нет лассо, теперь надо уходить отсюда. И бегут очень быстро, потому что, по идее, Ньюби могли бы и давить. Но Ньюби продолжают, еще раз напомню, проигрывать. Они не агрессивно себя ведут, и за это, как я понимаю, поплатятся, потому что Empire, по идее, эту катку должны додавить. Слишком мало сильных игроков, сильных героев в составе команды Ньюби, которые в лейте могли что-нибудь сделать бы, например, тому же Думу в БКБ. Думу в БКБ, которые могли бы у нас переживать. Два хикса от резолюшена. Это все очень неприятно. И разбираться, например, с Хао и с Ксяоэйтом вообще не проблема. Ксяоэйт это вообще не проблема. У Ксяоэйта здесь просто печальнейшая ситуация. У Ксяоэйта Аганим вот-вот может появиться, но это 52-я минута. И согласитесь, у Брюмастера не провалом это назвать нельзя. 8300 ГПМ у него, это при том, что 8900 у Ванскора на Vengeful Spirit, которая, по идее, у нас умирать должна постоянно. 2816 у Ванскора счет и 5714 у Брюмастера. Вот Ксяоэйт. Капитан здесь все отдал своим тиммейтам. Зарабатывайте, пожалуйста. Ну, конечно, подслив некий здесь чувствуется. По голде Empire тоже держится ровно на отметке в 7000. По экспириенсу 10 с лишним. Тоже в пользу команды Империя. Ну и пошли на хайграунд. Потихонечку продавливают у нас центральную линию. Тауэра здесь... нет, здесь тауэр есть. Придется тауэр бить. Но на 52-й минуте бить тауэр не так уж и сложно. Надо просто разобраться со всеми неприятностями в лице команды Ньюби. И, конечно же, товара упадут достаточно быстро, если хотя бы минус 2, минус 3 сделает команда Empire. Ну и далеко, конечно, приходится отходить. Это все иллюзии Наги. С ними надо бороться и их надо не пускать далеко, потому что иллюзии просто на пофигизме полнейшем. Проходят мимо и идут, спушивают крипов. Крипы-то сыпятся от иллюзии Наги очень плотно. Да и игроки команды Empire могли бы сыпаться от иллюзии Наги очень плотно. Но смотрите, пошла иллюзия. Ввалили в нее просто миллион всего. И левел Дес провязали, и крик от Ванскора, и еще одна иллюзия, и стан от Ванскора по иллюзии. И Always Wanna Fly через пульс снова пошел иллюзию выжигать. Иллюзии мансить приходится Хао. И это полезно, это нужно. И все равно половину хп крипов развалено. Ну а здесь добивать уже просто крипов. Вывели на себя все. И как пушить, непонятно. Вот так пушить. Под смоком команда Empire заходит на хайграунд коллектива Ньюби. Поняли, что это иллюзия. Спокойненько. Здесь есть муж, здесь есть Саншенг, здесь есть Ксяоэйт. Еще одна иллюзия. И еще одна иллюзия. Смок не спадает. Ну и команда Ньюби спускается вниз. Где кто, непонятно. Команда Empire на вражеском хайграунде. Маг провязал у нас Firefly. Будет врываться на Хао. Позиция просто великолепная. Провязали Pipe of Insight игроки команды Ньюби. Мага увидели. Ну и все, они просто заходят на хайграунд, чтобы был лучше вижен. Empire действует точно так же. Резолюшн. Бедняжка потерялся внизу. Резолюшна пытаются поймать. Через иллюзорий орб быстро отсюда свалил. Ну и здесь просто игра
напоминает некие качели. То одна команда за другой, ну как-то я не знаю. Нет, не качели, это журавль и цапля, по-моему, да, такая басня была. Он к нему, она от него. Ну, та же история. Команда одна за другой и пока что безрезультативно. Ну что, файт начался. На лоу хп у нас находится Ванско. В итоге выжигают Саншенга первым. Отправляется Рубик в таверну, в Хекс. Отправляют у нас еще и мага. Развалили банану. Развалили у нас Му. Рубик после таверны байбекается. Возвращается в файт. Пока что потеряли только одного Ванскора игроки команды Empire. Ксяоэйт наваливает по Wolves Wanna Fly. Wolves Wanna Fly очень мало маны. Тут выжечь ничего не получится, а вот через Ghost Scepter, например, уйти можно было. Ну и за это у нас Ghost Scepter Лишрак и просто делает тэп-аут. Отсюда никуда ты отсюда не уйдешь, говорит Саншенг. Флая развалили. Команда Ньюбис забирает двух игроков и теряет... теряет трех, если не ошибаюсь, в этом файте. По-моему, трех, да. Сейчас узнаю по графикам, Empire все равно держится в топе. И ничего ты им не сделаешь, они по голде опережают своих оппонентов. Ну и пожалуйста, это вот Ньюби, которые выиграли $1 триллиард. И все фантики от Turbos International привезли домой в перламутровой коробочке. И Empire держится на уровне против них. Действительно смотрятся неплохо, уверенно. И вроде там имбовая Нага, которая, еще раз повторюсь, столько вокруг нее всех разговоров было. Все однотонные, монотонные. С гнусавой примесью в голосе, мол, Нага не контрится, с Нагой ничего не сделаешь, сделаешь с Нагой. Ее можно контрить, она контрится, как и любой персонаж, иначе дота была бы просто нелепой. Вот Лишрак действительно не контрится. Я шучу, Лишрак тоже контрится и, наверное, даже еще легче, чем Нага. Ну что, Хао у нас. Song of Silent проюзал, просто чтобы Роху допилить. Рошан падает у нас для Наги. А куда Хао делал у нас что-то еще? Здесь у него было по артефактам. Ладно, это потом что-то еще посмотрим. А курьер у нас летает. Летает курьер и долетается же. Курьер у нас от команды Дайр. Разваливается Ньюби. Потеряли курьера. Ванскор на лоу хп. Ванскор отправят в таверну, скорее всего. Да, Ванскор отправляется в таверну. Му на лоу хп отсюда уходит. Полетел у нас Лишрак. И уже Лишрак от Улысуна Флай. Тут просто в соло выжигает банану. Банана бедняжка Саншенг. Тоже, скорее всего, у нас огребет. В это время у нас еще и Ксяоэйт. На лоу хпшке отсюда сваливает Сайлент. Тоже лоу хпшный Сайлент. Хао за ним. Ну, будет выжигать Сайлента и допилит, скорее всего. Здесь у Хао не проблема с Сайлентом разобраться. Сайлента развалили. Минус 2 со стороны команды Ньюби и минус 3 от Empire. Хао ДДшку берет. Резолюшн дальше за Хао. Будут пытаться раскатить Хао. Да ладно, остановили Хао. Где твоя Тараска, Хао? Тараска есть, но она как не работает. Конечно, Хао здесь можно убивать. И справляются с Хао достаточно плотно. Сайлент под БКБ. Рефреш резает Сайлент. На Хао положили Дум. И будут бежать за Хао. Будут бежать. И здесь бы Даггер, например, тому же Сайленту. Ну, здесь, я думаю, и Макс справится уже с Хао. Рефреш Рор пошел от Резолюшена. Дрим Койл, я думаю, не постесняется поставить Резолюшен. Но он уже и не нужен. Команда Ньюби теряет 4 игроков. Саншенг сюда подходить не будет. Саншенгу просто разминают хребет крипы. Саншенгу просто целым бы уйти отсюда. Ух, жесть. Представляю, как там в прямом эфире можно было это орать. Ну что? В итоге непобедимые Ньюби, которые выиграли у нас больше всех за всю историю киберспорта денег, проигрывают команде Empire в групповом этапе. Проигрывают. В итоге Empire были... сильнее. Да, не все пошло так. Еще раз повторюсь, из 15 матчей 6 побед. Не так уж и много. Ну, впереди у нас 15-й год. 5-й International. Будем смотреть, что да как. Ну что, у нас на повестке следующий матч. Матч против команды Evil Geniuses. Это третья, предпоследняя часть сегодняшнего выпуска RTRTI. Напомню еще раз, это Retro International, 6-й выпуск. И сегодня основная тема наших всех бесед и разговоров — это Team Empire. Ну что, кстати, друзья, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь туда же. Напомню еще раз, это студия Игрокам, у микрофона друг при поддержке Team Empire. Продолжаем наш выпуск RTRTI. Следующий матч через несколько минут всего лишь. И услышимся на встрече Empire против команды ЕГЭ. Не переключайтесь.